время 8 часов вечера, 7 минут, и мы made to Niagara Falls. Вот это популярный вью такое этих зданий. Казино, вот кусочек торчит, мешает вывеска. Мы, конечно, уже подустали и выглядим относительно. Вот, но дети молодцы, держатся. Вот, с интересом ждут, куда мы приехали дальше. А мы почему решили ехать на Ниагару? Ну, во-первых, была ровно половина дороги. Нам надо было так, домой 80 километров ехать или на Ниагару 80 километров ехать. Так мы решили, поедем на Ниагару. Почему? Потому что вечернюю Ниагару мы еще ни разу не видели. Днем мы уже были раз 4, наверное. А вечером просто интересно, потому что она же подсвечивается, Ниагара, сама разными цветами. Ну и просто вечером как прикольно погулять. Надеемся, что мы сможем это сделать, что дети не будут сильно уставшими. Мы сможем это сделать. Так что посмотрим сейчас. Открыточки, кто хочет, 79 центов. Все, вот мы и приехали, вот первое вью. Да я вот пока и был. Капи у нас спит, пока что уснула. Эй, наш родной вид. Приехали мы для того, чтобы увидеть ночную Ниагару. Она должна быть с подсветкой. Куча народу. Зажглись огни. Пока что только белые, которые светят на Ниагару. Пока что это никак не отображается, потому что нет полной темноты. По идее, потом это должно быть цветным. Но мы уже этого не увидим, потому что нам нужно по техническим обстоятельствам срочно возвращаться в машину. Пока что это никак не видно. Но вот отсюда будет светить. Вот так. Ой, как холодно. Много людей. Людей просто уйма. Которые гуляют с колясками, молодые, всех возрастов. Техническая причина проверена. Мы вернулись назад, уже темно. И уже, по идее, должны быть цветные фонари. Уже все зажглось. Ночная Ниагара. Горят огни. Габи проснулась. И мы идем. Вот популярное казино вид. В общем, попробуем увидеть. Тут есть один молл. Мы с него попробуем увидеть Ниагару, чтобы не спускаться уже туда вниз опять. Очень приятный ветер и хорошо. Все, сейчас мы идем на балкон, из которого мы будем будем наблюдать все это зрелище красивое. Ничего особенного, но просто прикольно посмотреть. Вот это люди кушают вечером здесь чего-то, какая-то забегаловка. Это от казино какой-то там ресторанчик. Вот габушка. То с рук, то на руки. Переходит. Вот и дочка, который ноет, что хочет в Макдональдс, потому что мы обещали потом его отвезти в Макдональдс, и он сам себе выберет, что он хочет, какую булочку и какое мяско. В общем, сейчас посмотрим, что мы там увидим. Так, вот здесь мы идем на Full Scenic View. Вот здесь, конечно, ночь. Жалко, что... А нет, очень хорошо видно. Смотрите, как все красиво подсвечивается. Вот такие фонарики светятся. Под каждым... Подсвечивают каждое дерево. Здесь на этой аллее. Вот как красиво. Ой, и шум водопада сюда доносится. Очень... Ой, такой запах. Такая какая-то... Влага, конечно, страшная, но и в то же время свежесть.
Очень красиво. Здесь, конечно, всего не видно, но это очень красивая вечерняя такая аллея. Сейчас увидим, идем на этот балкончик, будем смотреть вью. Добрый вечер. На часах у нас 22:22. Вот, мы выезжаем. Выезжаем. Удалось нам немножечко заснять то, что удалось. Сейчас посмотрим, может, сейчас. В общем, что-то. Мы довольны. Недаром приехали, отлично провели день. Такой активный день просто. Я думаю, что это впервые в нашей жизни такой активный день. Все, народу куча прибывает, все больше и больше. Погода замечательная. Так что поехали. Everyone can see your anger is misplaced, and I'm gonna tell ya. Don't hate me 'cause I get attention. Don't turn me into what I'm not. I have to be me 24/7, and I ain't never gonna stop. No, no. Взрослую еду ангус. А Габочка что кушает? Кусочек булочки от папиного ангуса и чипсики. И у Габи булочка, да, была. Вкусно. В это время уже скоро и мама с папой десятый сон будут видеть, а мы еще все не спим. Сегодня был шикарный день. Тут Starbucks напротив, очень хорошая плазочка. Уже на улице никого нету. Макдональдс мы почти последние уже. Также сегодня был отличный день. Мы отлично попутешествовали. Даже настолько неожиданно много всего успели увидеть, что ну просто вообще классно. Так что мы полные, довольные, уставшие, но довольные, заканчиваем наш день. Сегодня был симпатичный день. Симпатичный день. Все, бай-бай.